В Анкаре арестовали двух человек по делу об убийстве российского посла. Следователи допросили подозреваемых в причастности к преступлению. По итогам бесед суд принял решение об аресте сотрудника полиции Серджана Башара и предпринимателя НС Асима Селина. Их отправили в тюрьму Синджан. Как сообщает агентство Анадолу, Башар является активистом организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Напомню, российский посол в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре. Дипломата застрелил молодой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, которого ликвидировали местные силы безопасности.